Обожаю огнемет. Ну что тут скажешь? Немцы знают, как надо жить. Держи наушник. Спасибо. А ты со своими в разведку ходишь? Не-не-не. У меня здесь не просто так американский флаг. Здесь общество. Здесь порядок. А там джунгли. Там синапсы в мозгу начинают постепенно затухать. И сразу забываешь, кто ты и откуда. Да. А что насчет моего друга Оливера? Я уже почти раскрыл это дело. Еще чуть-чуть. Кстати, ты теперь знаменит. Славный сегодня денек. Что, босс, планируете парад? Вечно ты меня смешишь, Вас. Так я хотя бы отвлекаюсь от серьезных дел. Благодаря тебе. Так, что насчет Белоснежки? Да он вообще никому в хуй не впился. Вообще. Правда? Тогда почему я здесь? Когда ты получишь выкуп, и его друзей распродадут. Я убил старшего брата. Сделал то, что ты сказал с младшим. Моя сестра расписывает Белого. Меня не волнует твоя семья. Только по моей милости твоя башка не красуется на антенне моей машины. Поэтому будь любезен. Начни волноваться насчет Джейсона Броди. Окей, Хойт. Окей. Ладно. Фантастика. Прекрасная погода. А что за деревня чуть дальше? Берестаун. Кучка любителей местных. Украли накладную, очень дорогую для меня. Нужно их навестить. Рад был увидеться вас. Лучше держи путь в Берестаун. Наверное, Оливер там. У кого она? Скажу, когда там будешь. Мне нужно работать. Пока. Уиллис, я в Берестауне. На холме есть хижина. Оттуда виден центр деревни. Не выдай себя. Тут Хой. Пусть он сначала уедет, иначе он твоих друзей пустит на фарш. Я хочу, чтобы вы поняли, что любой, кто помогает лесным дикарям, кончит так же, как наши местные друзья. Я понятно говорю? Ты! Беги! Видишь парня в красном? Среди минного поля? Понятно! Веселитесь! Это твой. Его надо вытащить. Ты спятил?
У него транспортная накладная, ведущая к Оливеру Карсвеллу. Она зашифрована, но я расшифрую, если скинешь снимок. Вот черт, дурь. Надо спасти парня. Ладно, Джейсон, за дело. Агент Уиллис Хантли попросил тебя вытащить. Сказал, ты поможешь найти моего друга. Скажи мне, где Оливер. Нет, мне нужно в деревню. Когда дойдем, скажу. Что за черт? Так, за мной. Надо пройти. Черт! Черт! Надо добраться до деревни. Я вроде видел, куда они Я ищу.
больно! Окей, заходи. Прости за бардак. Нашел транспортную накладную. Ну, наконец-то. Я их сниму для Уиллиса. Уиллис, есть фотка. У пиратов шифр времен каменного века. Оливера везут по старой дороге. Я отправил координаты. Хорошо. Я уже в пути. Oh!
Эй, друг! Как с меткостью? Come on.
скотиться в ад. Сраная жара.
ищи стоянку рыбаков. Там они пересадят Оливера на вертолет. Надо найти удобную позицию до того, как его пересадят. Где же Оливер? Подожду Оливера. Трогайте его, засранцы. Нельзя дать Олли сесть в вертолет. И Олли, давай! В катер. Оливер, сюда! Привет! Спасибо, что спас. Крутые татушки. Сваливаем отсюда! Грузовик на мосту! Катер!
Ты спас меня. Они всерьез взялись за отца. Он едва не отдал им кучу денег. Оли, вас все равно продали бы в рабство, даже с выкупом. Вот дерьмо. Мы охрененно попали, чувак. Не знаю, как я смогу жить. Я тебя знаю, Оли. Ты сильнее, чем думаешь. Пошли, у меня есть где тебя спрятать. Лиза, Дейзи? Ха, я нашел Оливера. Оли! Девчонки, как я рад вас я видеть. Я рада, что ты цел. Ну, меня накрыло, как птицу над горящей плантацией. Что это за место? О, ну и крепкая травка. Никто не хочет дунуть, пока я ее не придушил. Я хочу... Эй, погодите немного. Тут просто рай. Джейсон, подойди, когда будет минутка. У меня есть кое-что. Мне тоже нужно кое-что показать. Идем. Привет. Я ставлю крест для Гранта. Спасибо. У меня не было времени. Нужно поговорить. Поговорим. Только не сейчас. Нужно найти Райли. Если с ним что-нибудь случится... Я скучаю. По тебе. А ты ходишь со всем этим оружием, весь в этих странных татуировках. Я не говорю, что тебе не нужно их спасать. Просто я волнуюсь. Ты изменился. Лиза, не бойся. Впервые я полностью управляю своей я жизнью. Я знаю, ты мне прав. Хорошо. Мы так много над этим работали, и еще тебя ждет работа в студии. Я помогала Стиву. Я не хочу говорить о твоих бывших сейчас. Это мой путь, и я сам должен найти его. Ладно, поняла. Ты устал. Можем встретиться позже. Я люблю тебя. Теперь иди, а то я снова тебя задержу. Лучше найди остальных. Ух ты! Красиво. Да, нужно еще немного доработать. Ну, совсем чуть-чуть. Спасибо тебе за это. Ты там делаешь то же самое. Эй, можно глупый вопрос? Ты ведь в этом году победила на чемпионате по плаванию, так? Да, 400 метров. И каково это? Быть победителем не потом, на подиуме, а в воде, когда ты касаешься бортика. Незабываемое чувство. Как будто весь мир — это я. Правда? Никогда не думал, что смогу кого-нибудь убить. В первый раз все казалось неправильно. И это хорошо, верно? А теперь... Я чувствую себя победителем. Ты в порядке? Да. Да. Ну-ну. Спасибо за защиту. Это место вообще выносит мозг. Если не возражаешь, пойду забью косяк. Увидимся.